Stars. В субботу встречались с друзьями. Один рассказал, как с женой неделю назад сходили в ресторан. Ходит по залу специально обученная девушка и с неподдельной радостью спрашивает у всех посетителей, решили ли они уже, где им отмечать Новый год. Ну и, собственно, приглашает отмечать в их ресторан. Подходит к нам и спрашивает с улыбкой, как у чеширского кота. А вы уже решили, где будете отмечать Новый год? Да, на Канарских островах Тенерифе Пуэрто де ла Крус. Далее мхатовская пауза. Девушка тут же меняется в лице и очень жалобно просит. А возьмите меня с собой.